Здравствуйте! В этом видео мы хотели бы рассказать о том, что входит в онлайн-курс «Основы кинезиотейпирования». После оплаты курса вы получите доступ в учебный кабинет, который можно войти с любого компьютера, а также с мобильного телефона. Есть приложение Chatium, которое можно установить как на iPhone, так и на любой телефон с системой Android. Соответственно, вы сможете зайти в свой личный кабинет, в котором у вас будут открыты все уроки курса. Как вы видите, для удобства и последовательного освоения информации все уроки разбиты на определенные блоки. Всего 6 блоков. Введение, основы метода теория, основы метода практика, потом, собственно, мышечная коррекция и основные корректирующие техники и заключительная часть. Также в курсе у вас есть учебные материалы. Это методичка Михаила Касаткина «Основы кинезиотейпирования», а также таблица натяжения, которую можно распечатать, повесить или положить на стол у себя в кабинете. Она поможет вам на первых порах правильно выбирать натяжение кинезиотейпа в той или иной ситуации. Давайте посмотрим, как выглядят видеоуроки, например, в модуле «Основы метода кинезиотейпирования. Практика». В данном модуле есть 8 видеоуроков. Они все последовательно здесь выложены. Есть короткое описание, чтобы было понятно, о чем этот урок. И вы можете последовательно их открывать и смотреть. Для примера давайте откроем видео. Первая учебная аппликация. У вас открывается видео, которое вы можете просматривать как на компьютере, так и на телефоне. Для того, чтобы оценить взаимосвязь натяжения на аппликации, просим пациента прийти в нейтральное состояние. И дальше по паравертебральной области, еще раз повторюсь, таким образом были специально записаны и сняты все видеоуроки. Вы можете в любой момент нажать на паузу, перемотать видео, посмотреть его снова. В общем, обучаться так, как это удобно вам, и в то время, когда удобно вам. Вы в любой момент сможете вернуться к любому уроку. Через месяц, через полгода, через год, и посмотреть тот или иной урок. Ну и давайте в целом рассмотрим содержание курса. Значит, первый блок – введение метода кинезиотейпирования. Здесь освещены такие темы, как вводный урок, о методе, история, кинезиотейпирование в России, особенности, образовательные стандарты, длительность ношения аппликаций и сочетание с другими лечебными методами. Второй блок – это основы кинезиотейпирования, теория. Михаил Касаткин расскажет о том, что такое кинезиотейп, как оценить его качество, какие они бывают, также как определить и в каком случае какой использовать цвет кинезиотейпа, расскажет про мировые методы тейпирования, клинико-физиологическое обоснование, терминология, виды аппликаций, показания, противопоказания и натяжение тейпа и ширина аппликации. Следующий блок – основа метода кинезиотейпирования, практика. В нем 8 уроков. Как правильно снимать тейп с подложки, какое натяжение тейпа выбирать, какие ошибки допускают люди при наложении аппликации кинезиотейпа, основные правила классического метода кинезиотейпирования, диагностика, первая учебная аппликация и правила снятия аппликации с кожи пациента. Далее Михаил Касаткин будет рассказывать уже непосредственно о методах кинезиотейпирования. Есть отдельный блок по мышечной коррекции и 25 уроков по основным корректирующим техникам. Это механическая коррекция, фасциальная коррекция, послабляющая, связочно-сухожильная, функциональная и микроциркуляторная коррекции. В заключительной части Михаил Касаткин расскажет о протоколе процедуры кинезиотейпирования, о ценообразовании, правовых аспектах. Во время просмотра любого видеоурока вы можете задать преподавателю ваш вопрос. Преподаватель увидит вопрос и ответит на него. На этом все. Ждем вас на нашем курсе. До свидания.